Супермен, Супервумен, Человек-паук. Один надевает нижнее белье поверх своего костюма. Другая надевает ремень поверх нижнего белья. Третий надевает белье на голову. Нам нужны обычные, здравомыслящие люди. Нам не нужны сверхлюди. Это огромное преимущество. Не думайте, что это проблема. Намаскарам, Садхгуру. Как побороть неуверенность в себе? Сомневаться в себе — это хорошо. Я знаю, что все говорят вам «верь в себя, верь в себя», но я попрошу вас сомневаться в себе. Если что-то идет не так, всегда проверяйте. Может быть, дело в вас? Первое. И это то, чему я вас всегда учил. Что бы ни происходило в вашей жизни, хорошее или плохое, в первую очередь спросите себя, может быть, дело во мне? Посмотрите на ситуацию внимательно. Если дело не в вас, тогда можно думать о других людях. Вместо того, чтобы сомневаться в окружающих, лучше сомневаться в себе. Может быть, это вы не сработали как надо. Но неуверенность будет мешать мне? Нет, вы будете идти по жизни разумно. Так называемые уверенные в себе идиоты идут, наступая на всех и вся. Небольшое сомнение привнесет в вас немного здравомыслия. Вы будете идти аккуратнее по этой планете. Вера в себя, любая другая вера, дадут вам уверенность без ясности, а это разрушительное качество. Все эти разрушения на планете и в жизни вокруг нас произошли потому, что присутствует уверенность без ясности. Если у вас есть хоть какие-то сомнения, то вы подумаете 10 раз, прежде чем взяться за что-либо. Не так ли? Если бы вы делали так, тогда мир был бы разумным. Я хочу, чтобы у всех были сомнения в себе. Пожалуйста, никогда не думайте, что вы всегда идеальны или что вы сверхчеловек. Нам не нужны сверхлюди. На этой планете нам нужны только люди. Они ведь даже не знают, как носить нижнее белье. Такие люди нам не нравятся. Все эти супергерои. Я думаю, почти все они родом из Калифорнии, не так ли? Я прав? Супермен, Супервумен, Человек-паук. Все они родились в Калифорнии, да? Один надевает нижнее белье поверх одежды, другая надевает ремень поверх нижнего белья. Третий надевает белье на голову. И поэтому они супергерои. Нет. Нам нужны нормальные, разумные люди. Нам не нужны сверхлюди, потому что они всегда делают глупые вещи. Люди, которые возомнили о себе слишком много, совершают глупые, идиотские, разрушающие жизнь поступки. Нам нужны нормальные, разумные, радостные люди. У нас может быть прекрасная жизнь. И нормальные люди всегда должны сомневаться во всем, что они делают. Потому что у вас нет всеобъемлющего восприятия реальности. Вы всегда воспринимаете лишь маленькие кусочки реальности. Если с этими маленькими кусочками вы слишком самоуверены, то вы опасное существо. С маленьким кусочком реальности мы можем делать какие-то мелочи, но мы не знаем, как управлять всем мирозданием, да? Лучше всего сомневаться в себе. Это огромное преимущество. Не думайте, что это проблема. Не смотрите на самоуверенных идиотов, которые вытаптывают планету и думают, что вы хотите быть похожими на них. Сомневаться — это нормально. Да, сомневаться — это хорошо. Сомнение говорит о том, что вы ищете истину. Не превращайте свои сомнения в подозрительность. Подозрительность — это болезнь. Здесь обязательно что-то не так — это подозрение. Что-то может быть не так. Это нормально. It's okay.
Сомнения сохраняют вас бдительными, знающими, сознательными. С ними вы всегда стоите наготове, вместо того, чтобы сидеть на попе. Да. Это хороший способ существования.